Бам, 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 бам. И бам. Всем привет, с нами главный инженер, который опять ломится от камеры. Ну, покажи хоть мордашку-то свою. Эй. Дюбу-дюбу-дюбу-дюбу. Хороший, хороший мальчик. Ладно, иди, не хочешь ты никак сниматься. Итак, бублик все сбил. В общем, как обычно, вскрываем, смотрим, что я заказал. Быстрее все, опять какие-то повторы. Рассказываю по срокам и ценам. Погнали. Так, что-то у меня бардак какой-то, у меня еще две посылки нашлось в гараже, потому что приходят не одновременно, а в течение 2-3 недель собираются. Такой вот небольшой пакет посылочек, и частично они доезжают до гаража, частично валяются дома, и все это вот за один раз собрать не получается. Итак, сроки и цены посмотрел. ТВС наушники от фирмы Xiaomi, моделька Redmi Buds 3 Lite, покупал не себе, а дочке, заказывал за 1496 рублей, грубо говоря, 1500, срок поставки 3 недели, светодиодные модули, это уже повторный заказ, синие, за 10 штук, 350 рублей, срок поставки 3 недели, реле со скобками, кстати, удобно, что съемные скобки, допустим, они когда, если не нужны, то типа к жгуту примотать, так лучше и без скобки. Это пятипинки, то есть здесь есть нормально замкнутый, нормально разомкнутый контакт. Стоимость одной релюхи округлим 100 рублей. Срок поставки месяц. Того две реле 200 рублей. Заказывал по отдельности, потому что если указывать в заказе сразу две реле, срабатывает еще доставка. Одно реле приходит бесплатно по доставке. Светомузыкальные контроллеры, то есть светомузыки. Такой заказ делаю впервые. Обычно все контроллеры у меня приходят для 4-пиновых RGB лент, а здесь контроллер рассчитан на адресную светодиодную 5-вольтную ленту. Здесь QR-код, быстрее всего для скачки приложения. Питание здесь от 5 до 24 вольт. Возможно, но не обещаю, в доп. Материалах, наверное, проверим. Такой вот шикарный пульт. Куча-куча настроек под музыку, смена режимов, какие-то мерцания, переключения, вращения, очень-очень много разных вещей. Так, здесь тоже есть QR-код, краткое описание на китайском и на английском. Стоимость контроллера вместе с пультом 357 рублей, срок поставки 1 месяц. Я заказал 2, потому что 2 машины, быстрее всего в 2 машины запихаю. Высоковольтный модуль, это та самая катушечка, которая встраивается в шокеры карманные, по фонариков и прочее, да, знаете. Здесь зеленый и красный, это быстрее всего низкая сторона, то есть сюда нужно подавать напряжение вот здесь. Быстрее всего высоковольтная сторона. Даже проверять не буду, наверное, со временем займусь. По контроллерам, кстати, может быть, есть смысл сделать отдельный выпуск. Далее, USB-звуковая карта с хвостиком, потому что у меня на компьютере сломалась своя встроенная. Здесь выход на колонки и для микрофона. Хотел попробовать вот именно такое решение, костыль на USB-звук перевести. Стоимость 108 рублей, срок поставки 1 месяц. И заказал на пробу еще одну звуковую USB-карту. 7.1 каналы. Здесь типа мьют, микрофон, громкость больше-меньше. Тоже два разъема, микрофон и наушники, или же колонки. Стоимость 112 рублей, тоже срок поставки 1 месяц. И последний заказик, горе заказ, так скажем. Уже погнутый даже, наша почта, самая почтатая почта в мире, да. Такую антенку я заказывал, по-моему, не один раз, знакомые просили. Эту антенну я заказал 1 марта, сегодня у нас 10 июня. Она пришла ко мне 24 мая. На нее срок поставки был, по-моему, типа 6 недель. То есть, когда подошел срок защиты заказа в середине апреля, продавец попросил, типа, продлите еще заказ. Потерпите, я неделю, две, три ждал. И в итоге где-то в середине мая я все-таки нажал открыть спор, так как антенна не пришла. Это уже было март, апрель и середина мая. 2,5 месяца, то есть где-то 70-80 дней. И спор, само собой, я выиграл, вернули деньги. Я хотел заказать уже другую, но подзабыл. И получается, 24 мая она приходит на почту, где-то там 25-26 мне приходит извещение. И буквально вот недельку назад я ее забрал сюда. То есть она мне пришла бесплатно, потому что деньги даже уже вернулись. Срок поставки, сами понимаете, какой. Можно смело закладывать на нашу почту 3 месяца. Но она не потерялась, потому что быстрее всего на ощупь даже прощупали. Какая-то пластинка, не телефон, ничего интересного. Она просто где-то валялась под конвейером или
еще где-то свалилась, и ее не сразу отправили, где-то на складах валялась. Стоимость 284 рубля, срок поставки, как сказал, 3 месяца закладывайте, можете даже также деньги вернуть. Это, кстати, я не грешу этим, я обычно до последнего жду. Иногда даже некоторые заказы, я про них забываю, они приходят спустя 3 месяца, когда уже даже отзыв не написать об этом товаре, потому что продавец подтвердил заказ без твоего ведома, закрыл его, и еще прошло 2 недели на написание отзыва, и даже отзывы не написать. Такая тема тоже проходила и не раз, потому что заказов, когда много, их все не отследить. Плюс как бы не этим живу, не заказами. Очень много других заморочек в жизни, и все не усмотреть. Так или иначе, вот бывают вот такие вот положительные моменты, да, что уже и закрыл заказ, и деньги вернули, и еще и товар пришел потом все-таки. И быстрее всего, если я напишу продавцу, что товар пришел, он просто скажет «Окей, гуд», все, он не будет даже просить деньги. Потому что такие случаи тоже были. Итак, кому была полезна или понравилась распаковочка, ставьте лайки, подписывайтесь на самой канал, лайв-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, Яндекс.Дзен, ТикТок. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего и всем пока. Дед, смотри, что пришло-то, блядь. Тоби, пизда, текай с городу. Иди сюда, мелкий, блядь.